got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. Пора посмотреть на все твои красоты. Окей, Google, куда можно сходить в Егорьевске? Вот что мне удалось найти по запросу достопримечательности Егорьевска. Егорьевский историко-художественный музей. А мне нравится твое предложение. Окей, let's go. Добро пожаловать в Егорьевский музей. Меня зовут Людмила, сегодня я ваш экскурсовод и познакомлю вас с нашим Егорьевским музеем. А чем же интересен ваш музей? О, наш музей очень современный, не скучный. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. А собраны здесь коллекции предметов искусства из самых разных материалов. Стекло, керамика, металл, резная кость, дерево. И все это из коллекции Бардыгина, нашего местного текстильного фабриканта. Живопись тоже. Каждый зал нашего музея содержит какой-нибудь интерактивный проект. А еще в нашем музее можно услышать предсказания настоящего экстрасенса, который жил 150 лет назад, Иван Яковлевич Корейша. Нужно положить свою левую ладошку на этот светящийся куб. Считывается ваше биополе. При этом надо пристально смотреть в глаза Ивану Яковлевичу. И откуда-то сверху доносится противный скрипучий голос. Не ходи к лекарям, лучше в баньку сходи, попарься. А перед нами кабинетный рояль конца 19 века, немецкий блюд. Моя прогулка по музею закончена. Следующий пункт нашего назначения – это церковь Александра Невского. Встретимся совсем скоро, а точнее – сейчас. Фух, мы хорошо побегали. А теперь давайте я расскажу о главной достопримечательности этого города – церковь Александра Невского, которая находится позади меня. Решение о строительстве новой церкви в Егорьевске было принято 18 июня 1877 года на городском собрании городской думы. На этом же собрании была создана комиссия по строительству церкви. Председателем комиссии единогласно был избран городской глава Никифор Михайлович Бардыгин, который первый внес на строительство храма 3000 рублей. По предложению Бардыгина церковь была решено строить на пересечении улиц Широкой и Егорьевской. На сегодняшний день храм очень популярен среди горожан. Люди восхищаются могуществом церкви и красотой ее икон и фресок. Ну что ж, эта церковь украсила меня своим величием, красотой и богатством. Но теперь самое время подкрепиться. Hi, boss. Hey, Вальдемар. You visited all sites I asked you. Not sure. There are several places to visit. Visit it as soon as possible. Okay, boss. А сейчас я вам расскажу о городском парке ДК. Это место очень красивое.
я тут. Кстати, тут можно очень круто отдохнуть, поэтому всем пока! Ха, а вы думали, на этом видео заканчивается? Не в этот раз. Ну что ж, как вы видите, здесь можно хорошо провести время после тяжелого дня. Также в этом парке вы можете покататься на карусели, попрыгать на батуте. В общем, приходите сюда со своими друзьями и будьте счастливы. На этом нам и пора прощаться. Но я уверен, что мы с собой еще увидим.